привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим, как открываются определенные альфа-датчики пауки. То есть выглядят они вот так на товаре. Сзади нарисован паук. То есть они ничем не отличаются, в принципе, от других пауков. Просто открываются все альфа-пауки по-разному. То есть какие-то открываются сверху, какие-то снизу. И сегодня мы рассмотрим данные этих датчиков. Посмотрим поближе. То есть вот у нас альфа-съемник. То есть сами датчики выглядят так. Там изображен паучок. Там есть две выемки. Такие же, как у нас на альфа-съемнике. То есть прислоняем съемник. Смотрим, с какой стороны открывается датчик. И открываем. То есть открывается он легко и просто, без каких-либо проблем. Вопрос, как он растягивается. То есть сейчас посмотрим. Вот открывается он вот так, легко и просто. Сейчас посмотрим, как же растягивается данный паук, поскольку оно вот оттягивает. Затягивается он, затягивается, но никак не раскручивает. Как с этим быть? Прислоняем съемник, открываем, но все равно она не растягивается. С внутренней стороны у механизма есть место, которое нужно повернуть, чтобы разблокировать датчик, чтобы можно было его растягивать. То есть все, вот он растягивается, спокойно тянется. Как только один раз повернешь в другую сторону, растягивание датчика сразу блокируется, и чтобы его растянуть, нужно заново внутри поворачивать. То есть он не растягивается, только затягивается. То есть вставляем обычные ножницы, поворачиваем, и все готово. Датчик растягивается. Как только один раз закрываешь, все, он больше не тянет. Ну и в принципе остальные датчики, они все тут одинаково открываются также, то есть прислоняем съемник. Все готово. Третий датчик, он абсолютно такой же. Прислоняем съемник. Все готово. Сейчас посмотрим поближе. Вот наш съемник. Вблизи вот сзади нарисован паучок. Вот как выглядит изнутри. То есть вот нарисована стрелка. Для открытия нужно повернуть направо. То есть чтобы датчик можно было расширить. Удлинить. Затягиваться, затягиваться, но в обратную сторону. Он не крутится. Вот выемки. То есть прислоняем наш съемник. Вот с этой стороны открывается датчик. С этой стороны никаких вырезов нету. То есть вот тут видно. И вот он открывается легко и просто. Берем обычные ножницы, вставляем внутрь и поворачиваем вправо. Все, датчик дальше вытягивается без проблем. Датчик растягиваться он уже больше не будет. То есть чтобы он растягивался, нужно обязательно поворачивать внутри вот это место. Все данные датчики открываются легко,
То есть вот видно, что с этой стороны вырез, с другой стороны его нету, поэтому открывать его нужно именно с этой стороны. С другой стороны нету. Данный съемник можно у нас на сайте bandastershop.com. Вот ссылка. Найти наш сайт можно в гугле, в поиске. Вот так вот. Альфа S3.